Если поехать на море нельзя, то море приходит само. Так грустно шутят жители улиц Фучика, Зорге и ряда других, оставшихся без воды. Кадры с места аварии публикуют очевидцы в соцсетях. Авария предварительно произошла на улице Юлиуса Фучика. Под водой оказалась проезжая часть. Причина происшествия пока неизвестна. Сам прорыв устраняют специалисты водоканала. Все новости дня в выпуске программы «Новости Татарстана» на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.